Всем здравствуйте! Давайте сейчас сделаем такой небольшой раскладик. Посмотрим, что у вас за ситуация сейчас в жизни происходит, да? В течение 10 дней, да, что за ситуация у вас будет такая вот важная для вас, что происходит. Ну и сейчас то, что происходит, да? Первая, вторая, третья. Три позиции. Что у вас сейчас в жизни происходит, да? Давайте посмотрим три позиции и посмотрим вам совет. Совет. Подсказочку какую-нибудь, да? Вот в этой вашей ситуации, чтобы все было хорошо, подсказку вам. Выбирайте. Смотрим, первая позиция. Ой, что у вас сейчас в жизни происходит? Знаете, сейчас у вас что-то такое происходит, ну вот или в течение 10 дней будет происходить, да? Здесь вы уже решили куда-то уходить. От чего-то вы решили уйти куда-то в светлое будущее, да? Вы будете уходить от, возможно, от какого-то человека, от которого вы уже хотели уйти, и уже пришло время, да? Или, возможно, вы будете уходить с работы, на которой вы сейчас работаете, уходить от каких-то людей, которые делают вам больно или разочаровывают, да? Ну, вот вы уже готовы уйти. Вам, может быть, внутри тяжело, потому что изменения, любые изменения, это очень тяжело. Вот это все принимать, хочется, чтобы было комфортно, хочется, чтобы вот так мы жили, да? Вот видите, здесь вот вы уходите. Вы идете дальше, вперед, в свое светлое будущее. Вы знаете, что впереди будет намного лучше, чем здесь. Сколько бы, вот знаете, сколько бы вы эмоционально тут вот не переживали, да, возможно, здесь, знаете, вы привязаны к коллективу на работе, да, к каким-то людям. Вам тяжело уходить именно от коллектива, не с этой работы. Кому-то с работы тяжело уходить, кому-то тяжело переходить с одной должности на другую, потому что там обязательства какие-то, очень много, большая нагрузка. Возможно, здесь кто-то будет уходить от человека, с которым уже все, уже отношения закончились. Ну, потому что время пришло. Здесь, знаете, какой-то переход. Вы уходите с одной точки, идете в другую точку. Здесь такое вот получается. Но впереди у вас здесь положительные эмоции будут. Как бы ни было тяжело, но впереди будет только лучшее. Совет вам, совет. Устройте себе отдых. Вы себя слишком нагружаете эмоционально. Вам нужно отдохнуть. Видите? Подсказка Вселенной. Устройте себе отдых. Тогда и мысли в порядок приведете, и тело, как бы, и все. Отдохнете. Устройте себе отдых, видите? Здесь, видимо, вам тоже тяжело это все. Кто-то, возможно, ушел. Здесь тяжело. Эмоционально просто. Эмоции. Если эмоции отключить, может быть, это, конечно, и не так было бы тяжело. Но видите, тут эмоциональный человек. Советую, устройте себе отдых. Спасибо, однёрочки. Подписывайтесь, ставьте лайки. Теперь мы смотрим двоечек. Давайте вот так вот уберу. Двоечки. Что у вас сейчас происходит, да, что вот тут у вас происходит. Здесь вы в сомнениях, в раздумьях, вы сомневаетесь, вы о чем-то думаете. Возможно, вам поступило какое-то предложение. Возможно, о работе. Возможно, вы просто сами думаете, идти ли на эту работу или нет. Рассматриваете какие-то предложения по работе. Возможно, у вас есть какое-то заманчивое предложение, которое вы думаете, вообще стоит принимать его или не стоит. То есть вы здесь в раздумьях, вы не знаете, как действовать. Вы думаете, вы решаете, вы определяетесь, вы стоите на распутье. Вот. Вы определяетесь, как дальше действовать. Как взаимодействовать с миром, как наладить ваши отношения тут возможно, да? Здесь так. Возможно, человек выбирает здесь работу, возможно, с работой связано. С вашим будущим какой-то выбор стоит, зависит ваше будущее.
куда вы пойдете, какую дорогу вы пойдете. В отношениях тоже тут может быть такое, что человек думает, стоит или не стоит вообще в отношения вступать с этим человеком. То есть взаимодействовать с кем-то, стоит или не стоит. С партнерами, каких партнеров выбрать, этих или этих, поставщиков. То есть человек стоит перед выбором, и он думает. Вы стоите перед выбором. Вы пока еще не действуете. У вас тут раздумья, вы решаете. Вы решаете, что выбрать, как будет лучше. Вот так вот здесь. Подсказка Вселенной вам. Избавляйтесь от мрачных мыслей. Видите? Вот вы много думаете, и, возможно, можете себе что-то надумать того, чего нет. Так что избавляйтесь от мрачных мыслей. Вы же притягиваете то, что вы думаете, да? Вот так что не думайте о плохом, иначе можете притянуть. Избавляйтесь от мрачных мыслей. Думайте о хорошем только, видите? Размышляйте, думайте, как вот будет, если вы сделаете так и так. То есть рассматривайте обе ситуации. Если что-то пойдет не так, то тоже продумайте этот момент. Что может пойти не так? А если вот пойдет не так, то как же мне быть? Что мне делать? Какие потери будут в этом случае? Какие в этом случае? То есть нужно все продумать. Здесь у вас... Ну, не думайте о плохом. Не нужно этого, видите? Спасибо, двоечки. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока! Смотрим теперь троечки. Что у вас тут сейчас происходит? Ну, троечки сейчас тут, смотрите, заняты работой. Полностью поглощены работяжка-трудяжка. Здесь на работе просто завал, возможно, какой-то. Все на вас. Вы классный специалист, вы много изучаете, вы готовы работать. Готовы работать и зарабатывать, готовы развиваться и учиться. Но вы здесь уже такой специалист, который многое знает в своей работе, в своей специфике, очень много разбирается. Вы трудитесь, работаете, зарабатываете денежку. И у вас сейчас здесь такое происходит, что вы зарабатываете. У вас полно работы, вы завалены работой. Если нет, вот сейчас это будет просто вот очень много предложений. Очень много работы на работе, очень много работы. Будете трудиться, не покладая рук, просто здесь очень много без трудяжечка. Знает человек, что такое работать, знает, что такое труд, знает, как это тяжело, и много учился, чтобы чего-то там достичь, да, как стать специалистом. И он умеет делать свое дело, то дело, которое он делает, он умеет делать. Вот то, за что он возьмется, за свою работу человек умеет делать. Здесь у вас просто очень много работы будет в этот период, вот 10 дней. Давайте подсказку посмотрим, подсказки Вселенной. Обрати внимание на свое самочувствие. Видите, вы понимаете взаимосвязь, да? Смотрите на свое самочувствие. Вы так много работаете, что забываете иногда о себе. Видите, на свое здоровье, на свое самочувствие. Умейте не только работать, но и отдыхать. Обращайте внимание на то, что говорит ваш организм. Когда вы чувствуете себя плохо, то вам нужно отдохнуть. Пройдитесь, прогуляйтесь. Глазками поморгайте, там, встаньте, да. То есть, смотря что у вас болит, глаза, спина, там, да, ну, то есть, вы, смотря какой у вас труд, полежать, может быть, вам надо. То есть, обращайте внимание на свое самочувствие, не загоняйте себя, потому что здесь человек очень много работает. Обращайте внимание на то, как вы себя чувствуете. Здесь так. Спасибо вам, троечки. Желаю вам удачи, спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся с вами в следующем видео. Всем желаю удачи и всем пока!